Карачаево-Черкесское отделение Народного фронта совместно с КЧГУ имени Умара Алиева провели мастер-класс по рисованию акварелью для школьников. Данное мероприятие было проведено в рамках Международного дня акварели. В мастер-классе приняли участие учащиеся средней общеобразовательной школы номер 1 Карачаевска. Подробнее расскажет Александр Лепшоков. Общероссийский народный фронт ежегодно отмечает День акварели. В этот раз в мастер-классе принимают участие ученики 7 класса средней общеобразовательной школы номер 1 Карачаевска. Доцент кафедры рисунка Института культуры и искусств КЧГУ Наталья Баташева вместе со студентами показали школьникам, как правильно перенести яркие краски различных предметов на лист бумаги и раскрасить акварелью. Традиционно мы проводим этот день каждый год, ведь это Всероссийский день акварели, со студентами города Карачаевска, города Черкесска, Сиднячук. Мы обычно проводим это мероприятие, рисуем. Картины иногда мы отдаем на благотворительность. Иногда отвозим детям детские сады. Работы, выполненные акварелью, требуют бережного отношения, поскольку краска очень чутко реагирует на свет и может выцвести. Школьники с особым интересом слушали преподавателей и студентов и предлагали свои идеи, старались изображать свои мысли на бумаге. Мне достаточно сильно нравится рисовать. Это как бы ты можешь выплеснуть все свои эмоции на рисунке и потом увидеть, что из них получилось. Профессионально, когда я рисую, это первый раз. А когда просто рисую, уже не первый раз. Преподаватель отмечает, что подобные мастер-классы позволяют детям раскрыть навыки рисования акварельными красками. В технике акварели работали такие известные художники, как Альбрехт Дюрер, Пол Сентми, Уильям Блейк, Петр Соколов. Многие рисунки получились очень даже яркими и красочными. Дети первый раз пришли, я не часто преподаю мастер-классы, но тем не менее могу сказать, что у детей все получается. Главное, получается у них быстро и грамотно и правильно все, как я сказала. У нас недавно тоже были мастер-классы свои в рамках научного форума. Тоже дети работали, надо постараться теперь каждый год проводить эти мастер-классы. По-моему, очень интересно даже со студентами и приглашать детей с других школ. Виден интерес у детей к рисованию, и по завершению мастер-класса все работы пойдут на благотворительность, заверили представители молодежки ОНФ по республике. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.